И снова всем привет, друзья, с вами Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как установить супер обои на ваш смартфон Xiaomi. Все это буду я делать на примере телефона Redmi Note 10 Pro. Итак, что нужно сделать для начала? Для начала давайте продемонстрирую, что у нас никаких супер обоев по умолчанию нет. Для этого мы переходим в настройки, далее ищем пункт темы. Далее переходим в наш профиль. Здесь переходим в пункт обои. И здесь у нас присутствуют мои живые обои. То есть здесь пока ничего нет. И также пункт эффекты рабочего стола. После того, как все мы здесь проделаем, здесь у нас появится еще один пунктик. И будет называться он супер обои. Итак, поехали. Что нам нужно для того, чтобы установить супер обои на наш телефон? Для начала я советую перейти по ссылке под видео, которую я оставлю, вы попадете на сайт 4PDA. И вы попадете в следующую ветку. Установка и запуск суперобоев. Здесь у нас все рассказано и расписано. Я вам продемонстрирую, что нужно будет сделать. Для начала нам нужно будет скачать вот по этому первому пункту. Скачиваем, устанавливаем установщик суперобоев. Это мы и проделаем. Нажимаем, нажмем разрешить. Ребят, для того, чтобы скачивать с форума 4PDA что-либо, обязательно нужна регистрация. Если вы будете не зарегистрированы, то у вас будет выпадать ошибка 404 и скачать вы ничего не сможете. Так, идет у нас скачивание. Давайте дождемся, пока скачается. Итак, скачивание у нас завершено. Теперь давайте установим данный APK файл. Жмем сюда. Открыть. Продолжить. Установить. Ждем, пока у нас пройдет установка. Итак, установка у нас завершена. Смахиваем это все. Теперь, смотрите, переходим заново в настройки. Переходим в темы. Далее жмем на нашего пользователя. Переходим в обои. И смотрите, здесь у нас появился пункт супер обои. Переходим сюда. И здесь нам предлагается скачать различные супер обои. Давайте для демонстрации что-нибудь скачаем. Давайте, например, вот землю, жмем вот сюда и ожидаем, пока у нас пройдет загрузка. Ребят, здесь, смотрите, если будем скачивать суперобои прямо отсюда, у нас будет по различных только три варианта. Так, вот мы скачали землю, и вот так это все работает у нас. Видите, вращается туда-сюда. Выберите местоположение, можем задать, что нас интересует. Например, Хорватия, вот про что я и говорил, то есть у нас вот тут присутствует пока всего лишь только три различные темки, три места и больше недоступно. То есть если мы будем скачивать прямо отсюда с этого приложения, будет у нас по три локации. Первую же заснеженные вершины мы вообще обновить отсюда не можем. Что же делать? Опять переходим по той же ссылке, которую я вам говорил ранее, на сайт 4PDA. И здесь для каждых у нас супер обоев, то есть Земля, Марс, Геометрия, Снежная гора, Сатурн, есть соответствующие обновления. То есть, например, вот Земля, тыкаем, вот есть скрины и есть пункт скачать. После этого жмем скачать, давайте скачаем. Мы там тоже Землю также обновляли. И после того, как у нас скачается и установится данное обновление, здесь у нас будет уже доступно не 3, а 5 различных локаций. Давайте дождемся, пока у нас скачается, и я все продемонстрирую. В моем случае, ребят, после того, как это скачается обновление, я его устанавливаю, мне придется перезагрузить смартфон, и только после этого все здесь доступные локации будут доступны. Давайте дождемся и также это все дело продемонстрирую. Итак, загрузка у нас закончена. Давайте теперь установим наше обновление. Вот оно у нас здесь скачано. Жмем открыть. Продолжить. Установить. Так, все у нас установлено. Давайте попробуем без перезапуска. То есть очистим наши темы. Так, перейдем опять сюда. Настройки. Так, ребят, можно сразу в обои, в принципе, перейти. Темы, обои, супер обои. Так, земля. Смотрим, сколько у нас локаций. Да, нет, ребят, даже не нужно делать перезагрузку, все у нас и так появилось. То есть раньше было 3, теперь у нас 5 различных локаций.
То есть все работает без всяких проблем. Нажмете, например, применить. Готово. Переходим. Вот у нас наши супер обои здесь работают в полной мере. Листаем. Наши обои также двигаются. Не знаю, будет это видно или нет. Блокировочку включим. Снимем. Оп, перемещаемся. Вот так вот это все красиво выглядит. То есть ссылку, еще раз скажу, на сайт Fopedia, именно на эту тему я оставлю под видео. Большое спасибо пользователю Revolve с сайта Fopedia, который предоставил данную инструкцию. И по той же схеме, ребят, обновляем для каждых суперобоев, которые вам нужны. Для Марса, для геометрии, Снежная гора. То же самое, скачиваем обновление, устанавливаем. И у вас появляется обновление, то есть более расширенный выбор вот этих суперобоев. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.